Ну что, я агрю, пойдем. Сейчас куплю фласку, приму саму. Еще пачку веду, ебашим. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вы хотите в 6 хилов бить, это раз? Да. Сейчас я отскочу. Я не хочу выпуска. Всегда говорит, что это охуенное решение. Покупку выбирает крафт? Не, ну раньше же ходили вот эти два БДК у нас было. Это что равносильно, что 6 хилов прийти. Не, я просто спрашиваю, почему выбирает, ну, крафт. У нас кролик одна хиле, что ли? Да, не будет хила, если чё. Почему вообще? Он в бане ещё там 200 с фигом. Не будет слота ступить, мне жалко. Кому? Или хочет там хантом пойти, или еще. Мне жалко. Так один ШП был всего дня. Там кудесница, блядь. Надамажит ли они большого хорошо? Ты хантом. Давайте как в тот раз два роги. Прикольно было. Танчить изи. Да, вороги это вообще охуенно. Врывайтесь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Командира убейте только. Остальное трэш не бейте. О, Вася, тот скрин, где тебе Войт, зашипай, перехилил твоего лолика. Войт, точно такой скрин? Будешь всем показывать, какой марат пиздатый хил. Не рассказывай. Слава, погнали другую пачку. Ага. Джерри, не рассказывай мне еще, у меня 2 часа ночи, бля, я устал очень за сегодня. Я был на даче. Очень много раз. Все равно где-то был, я тебе сказал, что ты зашипай, перехилил фулового Рестер Шамана. Который пишет, что не было вуду, хотя можно было просто вынести стандартные фреймы и нахилить больше. Не знаю. Этот скрин просто оставил, чтобы шантажировать Мурата. Что, бля? Че, пукан горит? Наверное, да, Дим. Он оправдывается, у него кнопки под буду настроены, все дела. И скобочки пишет, типа. Чё там? Командира не будем, да, пить? Чешо. Продолжаю говорить и кнопку не нажимаю, вы никого не слышите. Ничего себе там какие-то слова пишет, интересно. Дорн власть. Сап, ты тут уже в рейде, да, в инсте? А, да. Это самое. Танканешь, да, эту Савиану я. Пару минут.
Гефестиум, кисуленька, между собой разделитесь, кто из вас будет бахать кулаки по каске, и раздайте, пожалуйста, быстро. Каски протопал, нет? Саверань. Протопал, прото. Погнали. Окей. Ханту. Давайте бафы. И столик поставьте еще. Ну какой МП, если у нас хулипал есть? Ну, блядь, ну вы думаете вообще? Готовность. У меня маны нет за бафу сейчас. Прыгинь. Кудесница, поставь столик. Так дайте каску по хантам. Да, да, сейчас дырку, Дима. Ты не слышишь, что ли, Варка? Говорят, блин. Ставили или я не вижу? Наверное, не ставили. Кудесница, ТБРК? На стол поставь. О. Серж, кулак под друидом дайте. Гефестиум. Ладно, пуляю, баф не жмаю. Ваши муки станут платой за это вторжение. Поставьте тотемы под босс. Нет, нарос. Шаманы, ну, вопрос для вас, для кого вы там тотемы поставили? Для себя только? Другие тотемы не нужны ваши? Тридцать метров радиус тотема, это не так уж и много. А ДК у нас Дорн? Да. Войт, ты пришел?
Он кокер есть БДК? Дурно у тебя. Ну давай ты третью копию потанчишь, прожмешься тут. А, все, Войд здесь не надо. Войд, ты с нами? Войд. Кто не с нами, тот против нас. Да. Все, иду пуляю, ты вторую копию танчишь, утроп третью. Ну, первую копию, утроп вторую. Цирк приехал. Крик на хп обновите. Вары, крик на хп. Двое сильнее страдания. Прожимайся вот. Но он где не закрылся. Вижу. Вась, уйди отсюда, сейчас сдохну. Упал, масаб звери. Спасибо. Без вас я бы... Снимите воина. Здесь произошли страшные... Ну, я не уверен в этом шайне, правда? Целка не очень. Ну, я тоже не уверен. Посмотрим, пусть учится. Но до сих пор оно не подвергалось такому. В каком во мне? Короче, меня не хилили. Черные драконы явились из ниоткуда. Быстрее нам, блядь. Я справа пытаюсь, что ли? Трэш. Бой, ты придешь к нам? Да. Даже резнули, встал уже, что ты стоишь там? Вход. Так что, не слышно меня? С расчетливой жестокостью. Алло. Но основной целью врага... Слышно, что? Так я бегу. Дайте бафы по ДК. Жаль, что придется прикончить вас. Дима, ты далеко. Огромного сумеречного дракона. Слуги! Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Гефестиум Кисульника, надо распределять ваши обязанности. Да, Шадлоу, DC, ТВДЦ.
правосудие и ауру тоже распределите. Ауру на броню, ауру кастовскую, сосредоточенности и правосудие света, правосудие мудрости. Так. Да, в ПМ друг другу пишите это. Первая пати тьма, все остальные свет. По хилам. Кукувася, Алдеран и серьезный хил, хилите тьму. Голубика, как огурчики, Шадоу DC, хилите свет. Кукувася, ты хилишь там танка в основном. Твоя основная задача — это танк волнами. Понял меня? По танкам. Void Knight, танчит тьму. Начинает первую фазу и дальше тьму. Гел третью фазу. Утроп мелкий трэш. Сейчас, секунду еще. Рыба есть сегодня? Я стою. Четвертая пати. Четвертая пати. Посмотрите, пожалуйста, кудесница. Он летаем. Не, подожди, кто из вас там афлит? Дайте лап. Так, кудесница, Лалана, Старбар и Фриэля. Стоите забивать больших после первых фазов. По инерам. Серж, всегда заливаешь голубики ману. Танго и Лалана, на второй фазе заливайте Кукуваси, на третьей фазе голубики. По эссесам. Он летаем, кидаешь как огурчику. Старбар кидаешь. Даже не знаю кому. Коту? Кидай Сержу. Только ты ему скажешь, что не всегда. Только на третьей фазе. На третьей фазе. Как вы... Потому что они пропадают, как когда вы смотрите. Да. Голубика ставишь, что ты им защиты от огня переставляешь ему на третьей фазе под боссом. Что еще? Shadow DC, смотри, твоя задача считывать хилов и танков. Больше никого можешь не считывать, все остальное время хилишь танков. Именно конкретно хилишь. Не надо там ДДшек. Ну, и еще метки. Выносящую метку кидаешь щиток, диспелишь ее. Диспелишь третью фазу свет, щитуешь, захиливаешь метки. При перебежке, чтобы все хилы были защитованы и танки. Все понял. ДДшек считывать не надо. Только если метку выносит, только цель метки. После диспела еще подхиливаешь, если надо. Шаман и хулипал хилить столько танков. Если шамана или хулипала там выносит метку, шаман или хулипал. Второй только танков хилить. Никого больше не переключайтесь. Ни на какие метки, ничего, только танков. Танк должен умирать здесь. Что? У нас два хила, получается, новые во тьме? Ну, то есть, типа, первый раз хилит? Ну, посмотрим, что получится сейчас. Ну, это бери, я сразу могу сказать. Просто я вот сакцентирую ваше внимание, хилы танков складывают с двух ударов, если их не хилить. То есть, две секунды не хилить, танк умер. Ну, если там не вернется, не парирует, не уклонится, и материальность не будет 40%. Так что это очень важно. Скажешь, как всем готовы, это банку ГП с первого трая. Все, все готовы, заходим за линию. Так, вот поставил. Кому метку дать? Хили, когда дам тебе звезду, поставишь во тьме. Начинай вот. Лалана, метка. А, серьезный хил, диспелишь все, где находишься. Шадоу ZC, только третью фазу свет. Перебежали, перебежали.
таких героев. Ты с нами, кудесница? Поднимать тебя? Не отвечает. Будем бить так. Ничего страшного. Константин, выйди. Старбар, метка. Бежим. Нет, падаем. Голубика, ты встала, что ли? Да. У меня лагает, почему проще? Ясно все, короче, блядь. Проще сразу... Старбар, у тебя ДБМ есть? Ты тактику знаешь вообще, Борис? Я не спросил бы тебя, хотел вообще. Релогнись. Это сколько еще таких героев в бездну? Вам выпала честь узреть начало эры... Сейчас я релогнусь, поздравляю. ДЦ не считаю на первой фазе метки. Ну, на первый, там, второй. Только на третьей фазе. Не даешь Холи Присту разогнать их. Маги при... Долго ты релогаешься, Старбар? За место не дали. Да, у меня подъезд комната. Слышите? Да. Чё? За место кудесницы, короче, кто-то зашел, он попросил сказать, там ему срочно уйти надо. Охуенно. Ну, там всякие сидят, сангвини всякие, пули всякие на вылет. И подключи, пожалуйста. Лучше мага, а то баф не будет. Эти его кудесницу это. Еще раз. Ты лагаешь вас. Всеми рыбу кушает. Лагаешь там сегодня. Да, я понял. Кудесница уходит. За место него кто-то зашел. Друг Джейми написан. Ну явно пидор какой-то. В чем? Я
Не забывай, кто ты сам будет. Голубик, а ты откуда знаешь это? Он мне в РК написал. Могу скрин сделать. Да как-то зашел, пускай выходит. Че, со слятина сейчас заходит, да? Вон там майк, если что, на заметку, вместо кукуаси сразу взять, да не учится. Майка все помнят. Ой-ой-ой. Кто зашел? Ой-ой-ой. Ваня, Ванечка, Ванечек. Привет всем. Здорово. Ваня, это... Привет. Мне тут рейды рейлю, блядь, 2 часа, блядь, до пипа, прикинь. Че, нормально. Как топчик. Возвращение воя, да, ебать. Резку зарейлил, без Масаба, без Олега, блядь. Ты шо это морали, сука, мы её убивали уже? Ой, блядь, хвастается. Без Масаба, без Олега. Ну а чё? Никто не верил, а я взял, зашел, заверил. Так-то да, чего убивать. Ну вот когда кукувася какой-то в рейде, который слабенький еще. А где мне учить, ребят? Че говоришь? Где мне навык набирать? Навык? Ну вот ты был 25 гер, там ты должен был набрать навык такой неплохой. В принципе, нормальный шмот. Ну ты, да тут не дайте столько... Дайте баф помогам. Не столько навык, сколько ты понимать должен, зачем и когда хилить. И кого. Скажешь, если все готовы, выпью банку. Васап? Дал тебе сиса, смотри, сын. А, Шанан, ты тут? Ну. Так, а что не подтверждаешь? В телефоне залип. Там лок просит лапу друида. 4 штуки. Все готовы. Заходим за линию. Начинаю будет. Ну лапу бафните, алло. И ГП что ли дать вам? Нарекс. Перемеж... Не знаю, очень сильно лагаю. Может быть, что вообще я увлечу. Хан, давай, выходи. Хан, что говорит? Прибежали. Заходи, сразу будет. Рейд ждите. Заходите, рейд. Ну, Лалана. Ну, просто, блядь, пиздец. Я же еще специально твой ник говорил, когда всех с 4-й пати перечислял. Просил посмотреть, кто в 4-й пати.
Бой, поговори там во тьме. Угу. Назад. Фридома не было под ДК. Следующая метка одновременно с лезвием. По ходу лезвием. Кажется. Заходите. 5 секунд, не заходи, если не... Секунд. Ладно. Успели. Ладно, как выйдем, поднимешь. Ну, заходите и не заходите сразу, когда зашел. Там успевал, я не знаю, как ты умер. Зашел в том ударе. Тут понял. Надо заходить правильно. Почему вы Фридом не даете? 2%. Маме залейте, пожалуйста. Назад. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Давай, Рос, голубик. Ударить-то будете? Ну я ж говорил, Алана, поднимай Старбара. А где Фридом холодит? А, вон, с хампа диспальт. Ходу в DC, перебежали. Владин, я уже 2 Фридома дала. Ты будешь вообще этим заниматься, нет? Мефистик, типа. Беги. Во тьме, может, Геру? Да, во тьме Геру дать. РДРД, бейте большого, пожалуйста, в свету. Мелкий трэш РДД не бьют на третьей фазе, абсолютно, вообще не бьют, не трогают даже. Перебежали. Свет, стоп. Свет, не бьем босса. Перебежали. Если тотем ставить, просите гимна мана. Да. Хитиалог. Свет 40. Не бейте босса, не бейте босса свет. Походу, Кесулинька. Что ты не уносишь? Так, подними Старбара. Я не вижу. Кесулинька. Сразу вставай, Лок. Перебежали. Я извиняюсь, мне не сказала, что там. Хилить танк. Назад, назад. Отлично, возвращайся. Дефов нет, не врубите там. Назад, паладин. Вот осталось пережить следующий трэш, и потом добивать будем. Перебежали. Залейте голубики ману. Не бейте босса свет, не бейте босса. Залейте ману голубики все, что есть. Бойте гимны на ману сейчас. Серж, а не надо, все нормально, созвучно. Живите. Я под незаменимость пока. Большого рода забивайте. На перебежке зубы. На большой. Все оружие дошли,
Вот, ну, все, перебегайте и добивайте босса. Трэш не бьем, напоминаю, трэш не бьем, только на пулы и бьем все босса. Блять, ну ману залейте в карман. Старбар этот. Добивайте босса. Ману. Отлично. Сейчас, секунду, отойти надо срочно. Че, первый трай, че шо? Второй, чемпион. Старбар, конечно, без комментариев, блядь, три раза за травм лезть. Это просто, блин, вышка. Плащ рольте. Еще раз кого будет? Только тебе придется тащить. Да, сейчас. Не придется. Это бабка, потому что... Бабка ты, потому что... Чё это? Поздравляю, козырь. Наручи рулим. Козырь, ух. Дайте порт, маг, суслятинка. Дим.